Полиция в Москве подготовилась. Главная задача – не допустить открытой критики в адрес Путина и Кремля. Но именно для этого демонстранты и вышли на площадь. Они не готовы и дальше терпеть произвол властей. Все эти ситуации с нечестными выборами, с политзаключенными, со всем этим бесконечным враньем просто надоело на самом деле. Просто это уже невыносимо. Он назвал и бандерлогами, и много еще чего было обидного сказано. Никто, ни один руководитель государства не имеет права так обзывать свой народ. Сил безопасности едва ли не больше, чем демонстрантов. Тем не менее, они успели развернуть свои транспаранты. Путин и в новогоднем поздравлении не обошелся без своего своеобразного юмора. Я, конечно, хотел бы пожелать всем нашим гражданам, вне зависимости от политических пристрастий, и тем, кто симпатизирует левым силам, и тем, кто справа находится, сверху, снизу, как угодно, всем хочу пожелать благополучия и процветания. Полиция стала без разбора заталкивать людей в автозаки. Только в Москве задержаны 70 человек.